Всем привет! У нас сегодня в обзоре самонадувающиеся коврики от фирмы Trump. Модель TRI-002, который весит 910 грамм, размеры составляет 180 на 50 сантиметров и толщина 2,5. И модель под названием TRI-006, который весит 1,7 килограмм и размеры составляет 190 на 60 и толщина 5 сантиметров. Давайте же разберем коврик на примере большого. В комплекте у нас идет фирменный чехол. Так. Сам коврик и специальный ремкомплект, в который входит две латки и клей. Так, немножко ослабляем стяжки с одной стороны и с другой стороны. Так, убрали. Готово. Открываем. И я вам показываю, как этот коврик выглядит в сдутом состоянии. Для того, чтобы начать его надувать, достаточно просто открыть клапан. Услышали, что воздух начинает набираться, и спокойно его кладем на то место, где вы будете отдыхать. Этот коврик идеально использовать как подложка для сна на природе или же просто как матрас в вашей палатке. Идеально подойдет для кемпинга, для активного отдыха. Материал внешней и задней части – это высококачественный полиэстер. Внутри у нас идет пена. Имеет специальную пропитку, которая защищает от влаги. Ну что ж, как только вы увидели, что сам коврик надулся, закрываем клапан и можем использовать. Максимальная нагрузка на этот коврик составляет 130 килограмм. Как только вы его использовали и вам уже надо куда-то ехать, как же его сложить? Открываем клапан. Кладем. Теперь внимание. Начинаем, не спеша, легкими движениями скручивать этот коврик так, чтобы весь воздух, который находится внутри, вышел с этого коврика и поместился в наш фирменный чехол. Огромный выбор самонадувающихся ковриков имеется на сайте mandrivnik.com.ua.